Всем привет, ребят, меня зовут Дина, и вы на канале Дина Блин Гейм. Вы видите красный свет сзади, это значит, что сегодня я записываю специально для вас. Мы будем играть в пятницу 13-ю на стриме у Юли Байовал в прямом эфире, а вы здесь посмотрите потом запись, которую я с любовью для вас приготовила. Ставьте лайк, это поможет рекомендациям Ютуба, подписывайтесь на канал, если еще не, и поехали играть. Всем привет, уважаемые, и вы на Ютубе, Дины, блин. Сегодня мы играем с друзьями в игру «Пятница 13-я». И посмотрим, сколько я убью в роли Джесси. Надо будет это вставить. Что же, первая партия? Первая партия. Меня слышно? Алло. О, да, слышно. Алло. Всем привет, всем здорово. Привет. Пам-пам. Привет, привет. А кто на ком? Ну, тебе главное знать, что Джонни маньяк и все. Джонни маньяк. Вот как тебя заебашили. Так. Я, мне уже страшно. Стоп, а почему я сижу? Все вижу. Так, машинка. Крис, приветики. Что, давай домой осматривать. Давай ты иди в тот, пока я этот осмотрю. Ага. Я просто первый раз здесь награю, поэтому... Ага, ты иди в соседний дом тогда, чтобы мы разделились, осматривали Крис, разное. Крис, фоткайся, что надо лутаться по маленьким домикам, по ящикам, по комодам. Чинить машину там. Приём, я уже с рацией. Найти мини-карту, найти рацию, алло. И тогда мы сможем через всю карту друг друга слышать. Алло, у меня рация, алло. Ножик. Алло, алло. У меня рация бита. Хорошо. Я уже забыл, если честно, что делать. Но я помню, что надо что-то детали от машины найти, а остальное я не помню. Стоп, что за звуки? Он рядом, что ли? Что такое, присыпочка? Кто здесь? Блядь! Меня поймали! Тише, тише. Мы никому не расскажем, что здесь у нас. Ох ты, бля. А бита настанет, да? Не беги за мной, не беги, мне так... Страшно, мама. А здесь кто в домике? А, да. Сегодня без света посидим, бля. О, двери не закрываем, да? Ух ты. Дверь не закрываем, Диночка. Крис, да что? Да что, почему? Я открою. Что за бред? Ты меня слышишь, Юлёк? Да, я тебя слышу. А бита и оружие разное, оно чем-то отличается или это вообще похоже? Да, бита... Крис, блин! Может застать... Скормила меня. А остальные оружие, топор, больше дэмэджа дает. Но... В смысле дэмэджа? Можно маньяка убить? Да, можно убить, только через ритуал. То есть сначала ему с помощью дэмэджа снять маску, а потом ритуал провести. Еще ничего не видно. Крис, у тебя есть хилочка? Ты здесь? Ну я какую-то хуйню в рацию говорю. Я пока не иду к листу. Ну ты со мной разговариваешь, что ты какой-то хуйней. Не, вот в этой передаче 27.385 передал информацию по этой радиоволне. Да конечно, у меня в доме уже это самое. Вызываешь персонажа, если кто-то из нас умрет, то мы приедем в роли. А, все, я вызвал. В окно залезай, найди хилочку. О, Паш, ты рядом со мной. Да. Я просто уже забыл, что еще надо, кроме деталей от машины искать. Я помню, что детали от машины... Так, я починил электричество. Пьют для телефона, может. Блин, я сейчас истеку кожу. Дина, ты починил электричество, он сломал бак, вот этот вот электробак. Да, он на нас, Крис, напал, но на самом деле он нас пощадил. Могу убить. На самом деле. Но я пока не нашла ни бенз, ни акум. Он меня сильно побил. Дин, там подсказывает Крис, что это? Ага, я бы сказала, чтобы в окошке залезала. Главное, чтобы не с разбега, а то поранишься. Вот, качайся, болеть за водку. Так. Да, я уже метку хотела поставить, как в пабге на мини-карте. Так, у меня есть ружье, нож и две хилки. Можете хилку скинуть? У меня есть бомбочки какие-то. А, фейерверки, да. Они станут как-то. Ну, да, под нос ему кидаешь, если он их посмотрит, он ослепнет. Кто-то в туалете, блядь, спрятался. Ой, блядь, не получается. Отпусти, отпусти. Прямо по дороге. Отпусти. Блядь, немножко заело, поможешь? Я там тоже была. Ой.
Юля, блин. Так, пока все живы. Я такая крыса. Я хотела Крис продать. Теперь я Морфию. Раздавлены, смертельное объятие. А я не слышала, как их убили. Бля, мы даже ничего не успели починить. Так кто-то вернется сейчас, я же активировал. Да, да. Это жесть. Ну что я могу сделать, раненая? Блин, ну я и лошара. Там напишет? Ага. Короче, вовсю ищем что-нибудь полезное. Тут рация. А, ну у тебя и так, так есть? Так, а мы в том домике еще не были, напротив. Походу, больше ничего нет. А вот тут можно. Нужно подлечиться. Что это? Там бьет кого-то? Ребят, я на крысичах спряталась под кроватью, когда Морфи убивал. У тебя персонаж, кстати, тупая, слабая дура, Паш, если что. Она вообще ничего не может, кроме жопы вилять. Ну, спасибо, Юль. Пожалуйста, сам выберу. Откуда у тебя фонарь? FFF. О, минус вайп. Ребят, как там по поискам? Что это? У меня перемотка камеры. Кто стучит? Кто пришел, что делать? На, ебать! У меня ключи от машины, братцы. Отлично, отлично, Дима. А он у нас. Все, все, мы уже уезжаем, поехали. Я споткнулся. Жаль, конечно, что у меня больше ничего другого нет. Ищи фонарик, чтобы твой персонаж меньше пугался. Капец. А мне не страшно. Мне так нужно... А, он за мной, мне страшно. А не, он здесь. Не отпускайте его, ребят. Хорошо. Я его не отпускаю. Ой. Это я эту хлопушку кинул. Ни хрена нет. А меня схватили, а чё же... Бля, он тебя убил. Он убил Пашу, сволочь! Я досмотрю тут дом, мало ли... Бля, он ебанутый, Дина! Блин, Юль, я без хилки, я на один хит. Бегу ещё хилку с ключами. Да, у меня есть хилка. Я у желтой машины. Я тут меня все слышит, Дина. Он уже бежит за мной. О, боже. Фу, бля, какой-то реально маньяк. Кто здесь? Я. Да нет, Юль. Блядь. Все, ты не зайдешь. А-а-а, блядь. На, еще тебя въебало. М? М? Ты, блядь, в туалете закрылась лишь? Юлия, ты... Он у меня! Я нашла аккумулятор. Алярм. Отличные новости. Ай! Ага, через текстуру выхватил, да? Какая текстура, блядь? Реальная жизнь. Дин, я его увожу с собой. Давай, Юлёк. Да успокойся. Сука, блядь. Ну куда ты мочишь, блядь? Это пипец, тут ничего нет. Это ГГ. Это просто ГГ. Ой. Блядь, не то. Дин, он ушел. Он у меня, он у меня, Юль. Капкан, он попал в капкан. Он попал в мой капкан, но... Юлек, короче, там, где я умру сейчас... Да, там аккумулятор. Ой, я слышу крики. Кто остался жив помимо меня? Крис? О, Лера приехала. Морфи. Ой, вот так вот. Ты жива. Ну, блин, видите, хилка не заспавнилась ни в одном из четырех домов. Это прям очень обидно, конечно. Где ты, блядь? Неужели в окно вылезла? Ну, хватит, а? Хватит что? Ну, пойди найди девочек. Ой, а как ты так на опережение сыграл? Да, фу, ты очень стрёмный. Я еще в маске. Это же надолго. Да, слушай. Двери-то закончатся рано или поздно в этом еще доме, блядь.
Ну, Юлёк должна затащить. Много часов в этой игре. Вообще, ей очень хорошо даются подобные игры. Супер спец. Ты, блядь, новые двери спавнишь или что? Да что это не дверь, ты мудак? Какого хуя? Как же она прячется? Как же она прячется? Ага, пять раз. Бля, лагает нахуй. Я, короче, заебал. Вводит его как котенка. Куда? Ты здесь. Ты никуда. У кого стамина, блядь, кончится? У меня или у тебя? Как ты думаешь? Нормально, у меня хватит стамины. Ебать, он пал за окно. Как одна я осталась? Еще Морфи, Крис же... Ну, Крис, там вообще тихо-тихо. Отвали от меня! Ай, блядь, больно же нахуй. Капкан ставит, я это не вижу. Давай, капкан, капкан. Какой капкан? Давай. Какой капкан? Джонни, я уже ненавижу. Я уже забыла вообще. Ты сдохнешь сегодня или нет? Please, no! Help! Бля, сколько у тебя стамины и нахуй! Help! Help! Что за шоу, Боникила, не будь? Help! Ты, сука, еще страшно! А вот и аккумулятор мой. Help! Somebody help! Я обязательно выживу. Так, давайте глянем. Сейчас глянем, что там у остальных. Мы бляди. Да, у меня в чате бляди. Почему? Я осталась лохим. Это я заприметила. О, блядь, что это? Куда несёшь, блядь? Блядь, как ты это сделал? Я провёл. Как ты заебала, долбанья банане, блядь, на сука. Тварь. Я поспал. Кто ещё остался, блядь, я слышу тебя. Как он тэпается, лёг. У него скиллы есть, типа... Тэпка по всей карте, есть тэпка вперед, как спидран. Ой, девчонки чилят. Посмотри на Крис, посмотри на Крис. Ища. Она чисто крадется. Она так всю игру делала. Да. Ой. Ультанула. Не надо, дядя! Бля, он ебанутый. Ой, спасибо, G-Set, за 300 рублей огромное. Охуеть. Где моя мышка? Я даже не могу альтануться. Я не могу прослушать голосовую. G-Set, спасибо за 300 рублей. Я не могу альтабнуться, чтобы воспроизви... Нет, я тоже не могу альтабнуться. Реально? Ой, я смогла. Последняя морфи. Че маньяк мансит? На нахуй. Попал. Он умер? Кто? Джонни. А, не, он просто упал. Застанился на 2 секунды.
Валерия, надо выжить 6 минут. А если просто прятаться, он видит? А просто надо было на время жить? Ну, Крис, тут можно разными способами перебрать его. Просто яйца. Странно, что меня Морфи не слышала в радио, и я, по идее, помолчала. Я там трещилки выпала. У Леры. Просто вот он весь запас. Луталась, как в PUBG. Я луталась. Я луталась. Мами. Аптеку чисто открыла. Я думаю, где все еще? Точно в одном доме было. Бля, Джоди. А он нас не слышит еще, да? Мы на том свете. Вообще не слышу, нахуй. Фу, медфорт меня порезал. Учился в конце. А где телефон? Я бы пытался найти всю мапу. Я тебе телепортнулся на телефон прям. А, да? А у тебя был фьюз, чтобы починить, типа, или что? Я починила телефон и не могла найти телефон. Это я. Прошу вас поставить лайк прямо сейчас между партиями, ведь вы продолжаете смотреть. Ставьте пальчик. Вторая каточка. Вторая пошла. У меня же все смайли. Higgins Heaven. Я заказала сушеных яблок. Ой, играем? Да. Приятного. Они только через час будут. Куда МХМ из чата делся, Юль? Что за фигня? Почему МХМ просто... А я вижу ХМ. МХМ, который... А. МХМ у меня видно. Да? Странно. Да, видно. Чипи-чипи, чапа-чапа. Что игра за... 500? Если не убью никого, это пинг. Да-да-да. Ты за сударя? Водка, меня не трогай, если чё, ты услышишь, что ли. Почему Хелен на скин сударя, блядь? 3-2-2. Скиллы на 1, 2, 3, 4 нажимаем. Ага. Все, мы поехали. Сразу с домиком рядом заспавнилась. Так. Так, ну давайте сейчас по уму. Закрываем все двери. Блин, Джонни, ты маньяк, уходи. Ну это да. Как бегать? Извините. Шифт. У тебя, возможно, маньяк, который только умеет ходить быстро. Я тебе не верю. Так, ничего нет? Я думаю, тут можно разгуляться, но ты все равно не понимаешь, что ты делаешь. Ты все закрыл? Нет, да похуй. Я закрою. Ты боишься, Дина? Ну да, я хочу пожить как следует и смотаться, наконец, выбраться живой. Ключи. Ключи нашел? Да. Хорошо. А зачем карта нужна? Карта, чтобы смотреть, где ты находишься на месте. Юль, ты мразь, что ты делаешь, блядь! Блядь! Это не надо, но не надо, меня так пиздили! Ты тоже его слышишь, да? Я настраиваю игру, не надо бить меня! Он просто этот дискорд я забыл. Так, ну мы как минимум... А подожди, это двухместное или четырехместное? Блин, а я, кстати, не посмотрела. Ну, в любом случае, мы оккупировали уже вдвоем точно. Он в главном доме кусит. Ага, принято. О, может, будем держаться вместе и выживем? Да-да, так мы по-любому едем сейчас с тобой вдвоем. Сейчас вам, барин, по-любому аккумулятор где-то будет. Да, или бензин. Так, и в окошко. Я случайно. Да, ребята, где ХП? Окей. А ХП как такового нет? Ты просто видишь, что происходит. Как понять, когда спрей надо юзать? Да. Я нашла канистру. Это ебанюнка! Спрей, нашла когда канистру. Тебя ударят. Пойдем? У меня кейс есть, эти, ну, ключики. О, от, отлично. Отлично, у меня... А он пиздит маньяка. Ой, его въебали, о, он бездит. Бистикса, прикрой меня, пойдем, я заправлю тачку. Пошли, пошли. Но у меня ключи от тачки, а что еще надо, машину забыл? Так, еще... Аккумулятор, еще, аккумулятор, да? Так, нам в ту сторону, по-моему, нет? Я не знаю. Дина, ну туда... Ну, вон за Джонни. Короче... Не, я пойду по калиметру, вот туда, вперед идете. А, ты акум взял? А, нет. Не, я ищу. Все, окей, окей. Да, вперед по дороге, там тачка была. Давай, иду. То есть нам по факту... Да. Он сзади еще. Ага. Я еб...
Ты со мной иди, главное. А-а-а. Ты со мной куда иди. Куда ты просто... кидаешь? Вовчик, давай за назад там, за Джонни. Все нормально, ты меня прикрывай, пока я заливаю. Я прикрываю. Все супер. У меня стан, ну вроде, флэр же встанет, если я впаду. Да. Ну что, я достану его. А, ну нам только аккуму нужен, то есть. Может, ключи у меня есть, сейчас бен залила. А вы этот дом лутали, да? Да, этот мы сразу лутали. Пойдем обратно. Пойдем. А что у меня приблизилась камера? У тебя тоже? Это от страха, наверное. Можно фонарик включить, тогда менее страшно будет. На какую? Или он на F, на F. А, он сзади идет. А, да? На нахуй, ебать тебя пёзнул. А ну стой. Блять, я... А, нормально, я похилился, всё. Ё-моё. Я в дом. Ой, блядь. А усталость это нижняя, да, красная полоска? Да. Блять, я даже не могу тебя давай, ударить. Так, я окно тебе открыл, чтобы ты мог залезть, если что. А я в это залезу, он не сможет. Я сейчас как пёзну, блядь, ебаную дверь, нахуй. Трогать. Ну пошёл, ну подойди. Да 4 кило... О боже, блядь. Ты куда ты ломай? Вон, иди ебашь их, Вовчик. Ты тогда залутаешь бистикс? Ладно, тот домик. Какой? Ну вот где ты с ним бегаешь. А, так он убежал туда к ним. А, да, ты лутаешь, да, этот дом, в котором ты стоишь? Ну этот все, этот я залутал, где я тут. Ну пойдем тогда в большой дом, наверное, его полутаем. Пошли. Ну а по факту нужен только Акум. Да, только Акум остался. Мы уже... А мы, подожди, а на тачке сколько? 4 слота, да? Мы не можем всех увезти. Или можем 2 раза уехать? Нет, только один. Ну, мы кого-то бросим. Это судьба, это... Не, жизнь. Ну я к тому... Нельзя тачку просто, типа, оставить, и они уедут вторые. Не-а. Я тебе больше скажу, можно с собой увезти всякие другие полезные вещи, типа других ключей, например, фьюзы и так далее. Ой, я случайно музыку включил. Он кого-то убил. Одного, да, кого-то убил. А почему? А, вон, он убил Юлю. Так. Обшариваю верхний этаж. Кого-то еще убил, ага. Да. Я вот туда наверх пошел, на верхний дома. Ну, вон, слева сейчас еще одного убьет. Прием. У кого-нибудь есть аккумулятор? Прием. Как да, да. О, отлично, несите аккумулятор к желтой машине. У нас есть... У кого есть? Они все на желтом доме, коттедж. О, Паш, пошли со мной. У нас мы этот, они там Акум, все на желтом мы доме. Посеба. Видишь его? Да, погнали. У нас у кого-то Акум, я сейчас спрошу. Да, у Морфи... Короче, да. Просто вперед, мы едем в... Просто вперед вот. И погнали за мной. А стоп, вы что, уже едете на машине? Да, мы едем, у нас 2 места есть. О, мы в большом доме, заберете нас, ладно? Прямо направо. Да, сейчас заберу вас. Да. Вовчик, у нас дробовик, мы тебя выстрелим просто. Она меня туда не хватит. Я не вижу, как ваш дробовик? Кого наш? Вот, блядь. Вот тут по дороге сейчас будет чел бежать. Ну ладно, ты сверну. Стоп, куда я бегу? Заберите его, нет, сейчас рядом с нами как раз. Подъезжайте к большому дому за нами. Подъезжаем. Выдал тут, Вперед, сейчас умер. Ну ты да стой, ебать! Идите к мосту. А можешь прямо от дома забрать? Мы просто тут... Не можем, тут мост. И вообще похуй. А где ты, Бистикс, а? Вот прям слева от дома мы стоим. Короче, они едут сейчас уже на машине. Ага. Ай, ой, помоги. Застряла. Помоги, застряла. У меня заботеблочек. Застряла, сука, блядь, дайте ёбану, нахуй, да я тебе пиздану. Ну там ничего, ты заботеблочек. Нихуя, блядь. А нихуя, сука. Жесть, я в суд подам тебя, водка.
Жесть. Повезло им, конечно. Да, 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 я умерла, он забодиблочил меня. А нифига, Бисикс еще в тачку залез. Я думаю, как он из меня коснулся. Вот так вот, да? Ой, подожди. А, Бистикса убили? Бистикса, тебя убили? Ну, получается, что так. Блин, не успел, да? Все, они должны уехать, чат. Должны спастись. Право, потом нахуй. Направо, потом направо. Сейчас направо. Три выжила. Найс. Ну, то машина. Вы что, просто капец, мы быстро починились, да. Охуенно. Я все, я нашла. Да, у меня пирс не бегает. У меня пирс не бегает. Ой, я пока понял, что можно нажимать ускорение. Да, да, да. Мы ошибались. Но мы втроем. Я очень быстро. Вот это за то, что ты забодиблочил. Это скиллуха. Получается, водка. Пять, пять у меня. Пять кило из восьми. Раз, два, три, четыре. А, да, пять я была пятым, и потом я переродилась ведь. Ага. Хелен маньяк. Хелен, хочешь на маньяка? Давайте его на маньяк. Пусть этот прогулок свои отрабатывает. Он мне спросил, как в окно выпрыгнуть, а не открывать. Давайте его на маньяк. Надо выжить, ребята, надо выжить. Пожалуйста, болейте за меня, кулачки поднимайте и все такое. Не все же умирать, погибать. Юля. Кстати, напишите в комментариях, нравится ли вам футболочек. Сюси, я не буду. Джокерги. В Дискорде. А что? Я думала, меня не слышно. Путала себя. Юля. Сейчас вы будете пасать. Я убиваю Кирюх. Одного, если убьешь, я не знаю, что рублей тебе дам нахуй. Опа, это жестко, Юль. Замотивировала. Я фижу пополам пилим. Я фижу пополам пилим. Говном, говном завоняло, говном. А, о, идет. О, зря ты пиздишь, бабуля. О, вот же вонять, дед. Сейчас пища будет твоя вонять. Что? Да, блин, твою мать. Я его уже боюсь. Я его боюсь. Блин, большой дом, конечно, место очень сильно привлекающее врага. Ну а что делать? Шарим, шарим, шарим. Если бы у меня в тот раз был нож, а хотя подожди, он же меня не хватал. Нож в прошлой катке мне бы даже не помог, потому что он меня просто зажал в углу и добил. Логично, логично. Все, запираем двери. Едить тут дверей. Просто жесть. Как будто ничего полезного даже не видно. А? Радио. Не открыть. Так, еще один выход. А, это выход на улицу? Нет, это в комнату. Так, смотрим. Пусто, пусто, пусто. А чего так темно в этом доме? Я как будто Юлю услышала. Алло, Юль? Юль, ты у меня загораешься, но я тебя не слышу.
Может, у меня сломался голосовой чат в этом раунде. Это будет обидно. О, жесткий ПВЕ, конечно, происходит. А, нет. Ё-ё-ёй. Показалось, голова чья-то лежит. Неужели во всем этом огромном доме не будет ни черта полезного? Ну, может, хоть ключи где-то будут спрятаны в ящике, а? То есть ты сейчас когда просто говоришь со мной, то тебя слышит еще тело ковыраться. Я поняла. О, Хрис, ты меня слышишь? Да. О, Юль. Вот. Да, все, да, тебя да, теперь да, слышно, да. Юль. Найс. Ребят, я нашла ключи, я, у кого что? Что? Я, если что, активировал вот эту залупу, чтобы тип пришел, который... Ага, Томми Джарвис. Да, да, да. Я весь этот дом обыскала, ни черта нет, только ключи нашлись. Отлично. У меня вообще нихуя нет тоже. Только топорик. Дальше. А что, а как вам открыть эти... Я так долго пыталась в дом зайти. Да тут Дина везде за... Тут все двери закрыты. Так я закрылась, ну в окна есть, ребят. Вообще все, тут 6 дверей, Динка. Сколько ты лет их закрывала? Я поработала как следует. Он не может, да, кто на маньяке открывать эти... Он может их только... Ломать окна. Но он в них пройти не может, да? Нет, а что вы просто может. Через окно не зашли? Зачем вам двери? Ну то, что там, где я обходила, там окна там были высоко, выше да. моего роста. Да, да, да. А, ну Юлёк, надо расти. Да, один, куда? Ой, кого-то убили. Хорошо, что не нас. Блин, он убил хоть кого-то. Джонни, беги! Так, жестко лутаемся. Крис, ты взяла какое-нибудь оружие? А, у меня есть пистолет со станом. Живи, ага. Живи, Джонни. Топор, ты что не взял? Что, иди. Да, блядь, еще подбирайся, топор. Ну да. Ты че, блядь? Ты че такое? А че такое? На! А, что? Лежать! Блядь, плюс сосать! Ты че, убила? Да, уверена? Я помогите, же шафану, я помогите, тебя... Помогите, помогите, помогите. Сейчас помогу. Да нет, дайте в окно залезть! Ааа, блядь, запретите! Ты встанешь, клоун! Что, почему мы все в одном месте? Кристина, где-то моя сайка, иди сюда. Давай, все, мы только познакомились, ты тоже не перегибай. Кристина, иди ко мне, принцесса! Ты тоже не перегибай, Не перегибай! Принцесса, я иду, принцесса! Все будет хорошо! Сюда, суки! Он выломал дверь! Какой? А как выломать ее, блять, мама? А все, не подсказывай, okay, не говори. Блядь! Все, пока. О, Джонни, ты живешь? Ага. О, он наступил капкан. Драпай. Ой, он куда-то шифтанулся, ребят. Ну нахуй. Пойдемте к тому домику. Мужики, привет! Ой, блядь, да Дин, да ёбаный ты в рот, сколько раз уже двери передо мной. Крис, залезай в окошко. Вот в окошко залезай, я открыла. Ага. Прости. Так, я видела, там Юля бежала уже с бензином. У меня есть ключи, получается, нам только аккумулятор нужен. Так. Копов вызвали. О. Случайно залезла. Ребята, у меня есть тактика, я знаю, как выиграть. Какая? Я под кроватью. Буду лежать 5 минут. Слушай, ну это... Да, это вариант. Ну. Мне кажется, этот лошпед меня не найдет. Нахуй уезжать, я под кроватью тут зачилилась. Да нормально, я сейчас выиграю игру. 4 минуты полежать под кроватью. Так, смотрите, куда приедут копы? Несколько вариантов у нас, да? Блин, а сколько тут вариантов? 2 или 3, возможно? Вопрос. Он у вас? У меня рации нет, без рации неудобно. Надо что-то делать. Может, акум найти?
Стоп, кто жив, кто мертв? Юлю убили. Я, короче, под кровати буду ждать полицию. Скажите, когда выбегать. Блин, у Джонни, получается, был бенз, я видела, он с бензином в руке бежал. Топор. Кстати, топор лучше, наверное, будет, да? Так, тут ничего нет. Где бенз-то? Нет? Нет, бензина. А может быть, Джонни уже здесь налутал бензин, а поэтому аккума нет? Да, ничего нет. Так, что, куда пойдем? Были, получается. Наверх можно попробовать. А, там вокруг машины трутся. Короче, бегу наверх тогда. Нужно на дорогу выйти. И налево. Ой, я возле Дина. А пойдем, Крис, пойдем к ним. Они там что-то у машины тусуются. Да, 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 пойдем. Я просто не могу понять, где они находятся. Он на мне, по-моему. Он у меня. А, ой! Или у меня. Опа. Это кто за голая женщина? Это привет, кто? Морфи, а что ты голышка? А, тьфу, господи. А у тебя есть что-нибудь полезное? Нет. Как будто вообще они там... Нет. Нам нужны ключи. Ключи, Дин, у меня есть, ключи, у меня ключи от есть. Есть? Да-да-да. Есть? Пошли. Все, пойдем. Крис, пойдем. Только у нас двухместная. А, скоро да? Полиция приедет, да. Ну, тогда человек с ключами уезжает, точно. Ну, и с аккумулятором тоже. Да. А, стоп, подожди, а кто бензин? У меня стамины нет. А кто бензин принес? А, бензин, Вистикс нашел. Тогда его придется убить. Да. Придется его оставить. А его, походу, уже убили. О, удачно вышло. Is that a person? Так. Я пока пойду заведу тачку. Ну, едем вдвоем хотя бы, а остальные полиции подождут. Только я плохо вожу. У полиции? А где она? У тебя третий скилл, это, по-моему, стелс, и когда ты рядом, то твоего присутствия не слышно. Как же долго стамина восстанавливается. Если присесть, то быстрее восстанавливается стамина. Вроде бы. Да, да, спасибо. Блин, он неподалеку. Да тут вот, прям за этим домом. У вас оружие у всех есть в руках? Дубин. Угу. Так, как отсюда выезжать-то? Ну вот, непонятно. У меня нет мапы. Придется округлять. А, блин, у тебя нет мапы? Неа. Да найдем по мини-мапе, пофиг. А давай тогда ты сядешь за руль, потому что у меня есть карта. Я завожу, давай, и ты садишься за руль. Okay. Так. Крис, ты что придумала? А ну! Крис, а я думала, ты уедешь. А мне что делать? Так было бы смешнее. Крис, мы сейчас позовем полицию. Крис, мы позовем помощь. Честно. Куда? Так, нам бы развернуться. Нам развернуться бы полностью. Аня, не, езжай, как едешь. Езжай, как едешь. Все хорошо. Едем. Так, едем. И через мостик, через куда мостик. Куда ехать? О, ребята! О, боже! Остановочку делаем! Заводи, выходим, блядь! Заводи снова. Выходим! Заводи снова. Выходим, блядь! Главное, в него не езжай. Задним ходом. Задним ходом. Нет, маньяк, нам надо домой. Нет. Ты умрёшь за это, бабуль! Садись за руль, скорее за руль! Не-не, выходим! Нет, оставь! Голосовенькая, выходим!
Какой дать шанс, блядь, пошла! Лера, нет! Так, подруженька, давай-ка сюда, конечно! Нет, даже не думай, даже не думай. Подруженька, иди сюда, я сказал. Не-не, дом закрыт, все. Тут без шансов. Ах ты, сын мамы. Тут уже не попасть. Нет, помогите, пожалуйста, пожалуйста, помогите. Где там еще один плей? Почему я тебя не слышу? Маньяк? Хелен? Так, ладно, ну все нормально. Так, бабуля, выходим. Я сказал... О, кто-то сдох. Выходим. Ну все, у тебя уже все, пиздец тебе. Ну что поделать? Жизнь такая, не мы такие, правильно? Опа, ебать, дверку выбили, да? Обидно, да? Просто так не дамся! Давай драться, сука! Все, прощай, Я ушла. Меня тут нет. Ну? Ой, у меня была Ой! Ой! Как? Упала! Ничего страшного! Голожопенька лежит так, а где этот наш, блядь? Крис остался. Владика! Так долго едет. Она уже приехала, вон. Да, полиция уже там. О, Крис нашла тачку. Даже хилка была дополнительная. Крис сейчас не поймет, куда ехать. Алло, у меня игра забагалась. Мразь! А чё он не идет? Крис сел в кровати. Алло, что я могу делать? Моя игра забагалась! Амархи. Куда ехать-то? Надеюсь, Крис не попадет в аварию. Крис, а вон там машина сбила! Кристин, ты была моя любимая. Ой, бля, у меня чел орёт, у меня игра забагалась, как Крис отменит воду просто. Что за триллер какой-то? А, один отмен, это мне не залагало, да? Так, ладно, а чё она... А чё Джонни делает? А я не знаю. У него тут РП, это громко с полицией. Он уже минут 10 тут стоит. Вот это спаситель приехал, скажите. Да. Пиздец! Не, я говорю, он реально РП... О, что? А? Это зависло у него сейчас или что было? А кто мне 50 тысяч задонатил? Я. О, это я, верни, пожалуйста. Сын мать! Что? Будете ли вы что-то еще играть? Нет. Бля, долбоёб, сука, отдыхать. Надо было телепортироваться на полицейский. Кто это? А кто выиграл? Джонни. Ну, я, ну ему не стыдно проиграть, он легенда Ютуба. Я пошел геройство, а потом Крис выбыли, и никого не осталось. Спасибо большое за 50 тысяч. Сколько? Это что, не я стримлю, это она стримит. Вы ошиблись каналом. Это мне аноним 50 тысяч за нас. Аноним-то ошибся, это не мой канал. Это не мой канал. Ты ошибся, у меня Хелен 139. Там можешь перейти. Ты ошибся. А можно я тебе на маньяке одну? Батечка, спасибо. Давай, да. Это Вадя задонатил. Чё, Дин? Ну какой маньяк? Я хочу быть маньяком. Мы тебя выиграем. Алло, а чё всем муть? Не надо. Все в игре говорят, Хейд. Сейчас Юлёк, ну ты же нас разденешь. Нет, я сейчас позову Чапро, погоди. Как? Кого? Варам, варам, варам. Ты че, РП отыгрываешь? А че я должен сделать? Ну, там Юлёк балуется, смотри. Готов, нажми. Так, я убийца. Имана отдай. Ой, блядь.
Как отдать мана? Че, Юлек опять 27 делает? Да-да. Я сейчас передам маньяка. Селяется. Так. Как? А. Все, передала Юльку. Ну что, ребята, вы готовы? Ой-ой-ой. Давай. Дай бог все выживем. Думает, что маньяк. Кирюша, я люблю сладенькие пирожочки, ты похож на такого. Настоящая личность вырывается, блядь. Гусев, нажимай. А, да, сори. Засмотрелся. Все вообще от кринжа умрут, а нет маньяка, это пиздец. Я в ахуе. Да норм. Важа. Это прекрасный кринж. 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 Опять ту же хуйню делать и все работает. О, 1000 пинга. О, алло. 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 Команда на фулл фокусе. Да, все, должны выжить. Алло. Мне понравилось сообщение в чате, да, это прекрасный кринж. Ребята, слушайте, кто-то идет. Ребят, кто это? Она еще мешочника взяла. Еще мешочника взяла. Ой-ой-ой. Я призрак. Ой, блин, вроде и в машину сели в тот раз, но нифига не уехали. Надо было полицию дожидаться. Друзья. 415. Так, никого еще нет на связи. Ну, не похилилось тогда, можно было дольше, конечно, покайфовать. Опа. Вызываем. Тот, кто первый умрет, пожалуйста, приезжай к нам, умри во второй раз, потому что на маньяке Юлек она выжила из ума 27-27-27. Так, готово, вызвали. Что, тут ничего больше нет? Пу-пу-пу-пу. У меня мания закрывать все двери. Нет, ничего. Не-не-не-не-не. Блин, ребята, сейчас расскажу Жизу. Вот напишите, так же ли у вас. У меня есть запасной рулон туалетки, который использую, когда... заканчивается основная, хорошая. Этот запасной рулон такой лоховской совсем. Им прям неприятно пользоваться. На черный день чисто. И он очень сильно подталкивает тебя пойти и купить, ну или заказать туалетную бумагу. Пишите, есть ли у вас такой рулон. Хорошо, что рацию не нажала. Чтобы никто не услышал мою историю туалетную. Так, что у нас тут? Да, игра, именно это я и хотела сделать. Думаю, чё ж я не прыгаю в окно? Прыгну-ка я в окно, пожалуй. Разобью его. О, нормально, фейерверки. Устроим Юльку праздник. Еще ножик, ё-моё. А Юлёк, кстати, профик. Она не будет рубить, она будет хватать. Я буду вырываться и еще раз вырываться. Так, ну что? Погнали. Следующий домик. Я же не из него сейчас пришла. Я из дома напротив, кажется, приходила, да? Что у нас здесь? Эти дома напротив. Пам-пам-пам-пам. Пам-пам. Я фьюз нашел. О, хорош. А я вызвала Томми Джарвиса. Блин. А Дина, ты не встречала телефон? Лера где-то с фьюзом бегает, просто она должна активировать. Не, телефонную будку не встречала. Не будку, а вот куда вставить.
Ну, да-да-да, это мне... Мразь! Ой! Как мне просто закрыть? А, всё. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Надо найти телефон. Тихо-тихо-тихо, я нашел на другой юлёк. Вот этот дом, короче, перед нами, который вот этот вот, там надо. Где Бистик себе бегает сейчас. Не-не, дальше, чуть дальше. Ага, у меня ключи, если там что, телефон. Есть. Там не телефон, там куда ставить вот эту штуку. Ну, отлично, отлично. Ну и телефон тоже, соответственно. Ключи. А ком есть, надо бенз еще найти. Отлично. Я говорю, она ёбнутая. Ай, отпусти. Да я ебал вас в рот, ну серьезно. Какие дырявые трусы, я не пиздала, не чьи дырявые трусы, блядь. Как я оказалась внутри закрытого дома, блядь, что это? Джонни, ты меня слышишь? Дина, в городе орудует маньяк, нам нужно держаться вместе. О боже, тут труп. Ты что, в шкафу человека убила? Ты с ума сошла совсем? Дина, это не я, это маньяк, Дина. Юлёк. Помоги, мне так страшно. О боже, у кого такой выхабрик? Что за бездарь? Бля, боже, какой позор. Это просто пизда. Лерочка, Лерочка! Подожди, а почему она внутри? Почему? Юлёк, почему ты внутри? Да, Юлёк, ну может ты... Дина, я давным-давно внутри, Дина. Да попробуй схвати меня, попробуй схвати меня, давай. Ага, и... Ага, получила, Юлёк. Дина, я думала, мы подружки, а ты меня забайтила. Почему вообще ты внутри здания оказалась? Дина, как ты меня забайтила? Ты меня обманула. Обманывать друзей нехорошо, Дина. Дина, обманывать вообще... Юлёк, иди в пупок. Я не хочу в попок. Тогда в попок. Хочу в попок. Здесь кто-нибудь есть? Призрак, дай нам знак. Призрак, дай нам знак. Здесь кто-нибудь есть? Здесь кто-то есть. Тара-тара-тара-тара-тара-тара. Я не выйду. О нет! О нет! У него оружие, ребят, помогите! Помогите! Он меня выстрелил. Джонни? Джонни, я же иду. I'm coming! No. Эй, давай поиграешь. Блин, из него ничего не выпало. Мне нужна лечилка срочно, причем. Умоляю, лечилка, пожалуйста. Пожалуйста, лечилка. Пожалуйста. Пожалуйста, хилочка. А кто это у нас здесь в доме до сих пор сидит? Батюшки! Нет, 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 зачем ты сюда вернулась? Здесь не на что смотреть. Уходи, здесь не на что смотреть. Ач. Ой. ББ, Юлёк. Как, блядь? О, спасибо. Ой. Большое, надо пройти. Слушай, нет, 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 вырваться, вырваться, побег, побег. Нет, меня. Нет, 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 нет. Я. Сучка. Да чтоб твой мешок, блин, вонял картохой гнилой, Юлёк. Кем? Осуждаю. Осуждаю, не подерживаю. Понос порча 6-6. Канал Гуакамоле. Походу, маньяк всех убил, ребят. А нахуй я ломаю дверь? Угу. Крис. Крис такая чисто. Вообще идеальный Джарвис. Да-да-да, идеальный Тоби Джарвис.
Настоящий. Спасайте. Кто кого? А Крис знает, что она жива? Нет, она не знает. Нет, она не за компом. Сейчас я напишу в ТГ. Не шумит, говорит. Блин, что-то не могу найти ее ТГ. Хуй тебе. За что? Она в крашного бьет, как она может. Да, Юль, да. Три, два, два. Юль. Алло. Юль, ты победила, но какой ценой? Но какой ценой? Come to mommy. Тебе не стыдно? Все? Или еще? Еще надо АФК, что она будет. Как будто нечестно было, что АФК. Она не в курсе вообще? Честно, честно. Крис. Крис. Мы всех убили, нахуй. Ты интересно, Лася, я тебя убила АФКшную. Что? Тут можно резать? Да, ты как спасатель. Я думала, что тут... Но если есть, кто не играл на маньяке, хочет сыграть. Я не играл. Дина, ты не хочешь на мане? Ой, не, маньяк вообще не для меня. Я хуже водки сыграю. Прости, водка. Как будто Крис надо посадить на маньяк. Ну, кстати, кстати. В туалете. Я никого не убью, сразу говорю, я не знаю. Я ни разу не играл. Можно поиграть первый раз? А Дина была маном? Я в прошлый раз была. Давайте либо Лера, либо Крис. Давай, какой прошлый раз? Ты не была сегодня маном. Юля. Леру, ой, смотри, Леру. Маска уже у Леры. О, Леру, давайте Леру. Леру, Леру. Бабка Леру. Нашлась. Вы я ластовый? Не бываю, у меня скин красивый. Да, да, Вадя, мы ластовые. Вадя, это ты мне 50 закинул, ты еще ебанутый, это что случилось? Нет, это я закинул. А, это... Можешь вернуть? Не. Я же потратил. А потом пап будет? Крис, ты пап хочешь? Угу. Юль задумалась. Пап хочется. Вообще я не планировала. Ну сейчас на хайпе папку, Юль, надо. Крис, ты еще в Дискорде размотался. Ой. Айо. Рэди, нажмите все. Погнали, погнали. Юля, а как ультовать? Типа, ну вот, не дефолтно убивать. А, надо маньяка своего зайти в его настройки и выставить ему анимации разных... А потом? А потом делать клавиши. Захват на правую кнопку мыши и 1, 2, 3, 4 там выбирать всё, анимацию. Пон. 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 Кирюха, Рэдди. Кирюха. Я слышал. Да. На папк слот забил. Кто? Ну, если бы... 5 киллов. Чипи-чипи, чапа-чапа, дуби-дуби-да. Чипи-чипи, чапа-чапа, дуби-дуби-да. Пишем.
Спасибо, Гусь, большое за подарочную 810-ю подписку. 810? Я же без Ведьмака, но думала вообще без. Алло. 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 Я первый раз снимаю. Не снимите строго. Так, ну вот от первой я тоже не знаю. Алло, а есть кто рядом? Так, машинка. А стоп, желтый на два места, да? Блин, а чё у неё 4 двери нарисованы? Ой, Юлёк, привет. Привет, подружка. Ой. Диночка! Так, ты что, не вышла из роли? Ой, я нашла аккумулятор уже, пойду поставлю. Что там? Хорошая стак, ого. Ой. Все, я ставлю аккум. Я пока тут обущусь, все, давай. Оп, бита. Ау. Это что ж такое? Ну, что ты промахиваешься, блондинка? Все поставила. Я работаю вообще-то. Каменщик. Я каменщик. Работаю 3 дня. Сука, Хелена, гоу. Куда Хелена так стоит? Юль, только машина на 2 человека. За что? Кто обзывается? А? Ой, кто бежит? Дин, с тобой, что ли? А кто бежит? Юль, кажется, я провела маньяка. Я понимаю. Здравствуйте. Открой дверь! Ой! Ой! Дурная дверь, ой. Открой! Да, ой! Да, да, Юля! Блядь, он меня перегнула. А, я на меня... А, Дина, ты вообще... Давай, давай, давай. Давай. Пока, Юлёк. Давай. Прости, что так слабо. Ты разминочная, Юль. Ловко вышло. Остановиться, блин. Где здесь ружье должно лежать? Я просто хотела отбежать за рулем. Ой, за ружьем, чтобы спасти Юлю. Не успела. Блин, а куда здесь дальше-то? А, ключ. Стоп. Ключ вон там отмечен. Юля с ключом, получается, умерла, да? О, она первая, единственная, кто умер. Да, Юля, конечно. Мы-то думали, ты умеешь играть. Так, прямо и в доме направо. А кто это рядышком здесь? Я. Меня слышно? Ага, ой. О, у тебя бензин, Кирилл, это отлично, да, потому что только бензина не хватает. Короче, пойдем за мной. Просто беги а за мной. Ты можешь взять бензин? Я очень... Мне надо хил. А, давай, давай, тогда я отнесу бензин. Так, а как а положить? Как скинуть? Сейчас найду. Никак. Зажми, зажми Z. Зажми Z. Ага. Без политики. Так, я взяла, а ты... Все, давай, встречаемся у машинки. Давай, давай, давай. Так, отлично, все. Бензин сейчас поставим и ключи потом беру. Так, заправляем. У меня есть. Полечись, полечись пока. Вот это мы заправили уже тачку. Не сообщай никому, что мы ее заправили, она на 2 человека. Держи это в секрете, в тайне. Сейчас я ключи принесу. Так, где Юля умерла? А, она... Holy shit, ага. Is that a dead body? Так, и все, и уезжаем. Так, слышишь, Кирилл, не сообщай никому, что мы заправили тачку, потому что мы в крысу сейчас будем уезжать. Мы в близняшки уезжаем в крысу. Все, садись.
Так, здесь. А сейчас я заведу, тогда сможешь. У тебя есть карта? Мы не нашли машину. У тебя есть карта? Какая карта? На М. Открывается карта? Не, алло? Не. Нет? Смотри, тогда меняемся местами. Выйди из машины. Блядь. И садись в машину. Где ты, давай я на крышу поеду. Ну, давай. Ты, кстати, Джонни, ты мог его добить? Так, я открываю карту и поехали. Сейчас ну, направо по дороге едем, едем по широкой дороге, едем, едем, едем. И когда будет поворот, развилка большая. Нет, подожди, едем сейчас прямо. Сейчас прямо. Сейчас прямо. Место есть. Сейчас прямо. Нет, нет, мы полные. И направо, 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 сейчас на большом повороте. Стой, да, обратно, обратно, подскочил! Ладно, направо, сейчас, короче, направо. Все, направо, 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 направо по проселочной. Куда ты? Направо по проселочной. Ага. Поехали! А, у нас только два места. Направо по проселочной. Алло, меня слышно? Направо по проселочной. Блядь. Так, только в него не врезайся. Давай, сдавай назад. Хорош, хорош. Езжай, езжай, езжай по трупу прям. Давай, дави, дави, дави. Пошел! Дави. Дави. Так. Куда, куда? Теперь направо, направо, направо. Направо. Это налево, это надо направо, ты налево повернул. Блядь. Там тупик. Давай жопой, 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 давай, хорошо. Давай, давай, жопой, давай, жопой, давай, жопой давай, и направо, давай. Жопой. Жопку плавно, ну, поворачивай направо. Жопу направо, плавно жопу направо. Бля. Ну. Направо жопу. Ну. Ты разворачивай. Да, вот туда, ну, куда надо. Правильно, ну, все правильно делаешь. Да, и езжай прямо. Сука. Куда? Перезаряжай, перезаряжай. Заводи, заводи, заводи. Нет, выходи. Не ходи. Заводи, заводи, заводи. Заводи ее, заводи. Хорош, заводи. Да не-не-не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не. Блин. Сука ебаная, курва! Курва, пердоли твою! Выходи. Ебашь ее! Сейчас, сейчас я ее побью. Он мне нечем бить. Он мне нечем бить, друг. Я же тебе тогда отдала. Пока, пока, пока. Обнимашки, обнимашки. Пошел нахуй, сука! Обнимашки, давно не виделись. Мрак! Я там. Да ёпта, застряла. Так. Я в домике, я не знаю, что делать. Как выиграть? Короче, поехали, машина заведена, машина рядом, иди сюда. Да, 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 машина рядом, Дим. Да блин, Лера здесь. Ой, машина рядом. Чё стоим? Машина, она работает, она... Да, машина работает, просто заведи ее, заведи, я пока Леру отвлекаю, заводи машину, заводи машину. Я сейчас тебя буду защищать, я сейчас тебя я защищу. Поехал. Джонни, о! Газуй. Я отвлекаю, газуй. Не получится. Is that a person? Я газую. Да суки. Втроем на одну. Садись, скорее, малюк. Окей, all set. Time to get out. Не-не-не-не-не-не-не-не. Да жопой бы, жопой бы. Давайте, 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 отвлекаю. Давай, давай, хорош. Не-не-не-не-не-не. Не-не-не-не. Не дам, не дам. Вот так вот. Ах вы. Олег, 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 завод, завод, завод. Давай, заводись. Стартуй. Ребят, помогите, меня схватили. Пожертвуем Зиной. А мне нечем быть. Пожертвуем Зиной, ну поедем. Давай, Джонни. Давай, 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 давай. Я эту машину, блин, на заводе создавала. Вы куда, э? Джонни, тебе надо просто сейчас нас заклатчить. Ой-ой-ой. Нет, ну, ты сказал поехать, нормально, из-за этого я въебался. Да, Дин, тебе не было слышно, когда ты в машине сидела. А, реально? Нет. Я всем указания говорила. Нас пожертвовала. Мы не можем. Там, видимо, что-то голос забагал. Не достало! Чем? Все хорошо, не достало. Я все указания прям говорила. Знаешь, куда ехать? Нет! Ой.
припарковался. Ой-ой. А чё у них такие глаза, как будто, не знаю, видели маньяка? Да, они... У них сейчас глазницы выпадут. Чисто на всякий капкан поставила. А она ещё и наступила в него? Вперёд, вперёд, вперёд! Пиздаши там. Да не делись, а если в реальной жизни на капкан наехать? Выжили уже или нет? Придик. Да. Ну хватит. Блин, ну они не могут посмотреть даже на карте, куда ехать. Чё? Они просто 10 минут могут так ездить или нет? Наверное. Это пока кто-то не найдёт второй. Можно сюда ехать задом. А если она по багажнику стукнет, машина заглохнет? Да, да, да. Интересно. Заглохнет, да. А, так ей надо за машину наступить. Ебать умом! Ой! Еть! О боже, да, блядь! Да, нож начала брать с дерева. Бля, Джонни руина. Бля, это вообще ужас какой-то. Давай! Бля, посмотри на это. О, нет! Бля, заглох он сейчас от этого. Ебать грамотно! Все, просто по прямой ехать, все, на ебой. О, пошел музон. Прибавь звучка. Дай, больше дела. Джонни Руинин играет в эту игру для лет и не знает, как играть и ехать. У них нет карты, они не знают, на какую дорогу выйти. А, у нее ТП-шка сбила, все, да. Пропала, да. Легенда водителей. Красиво, красиво. Жаль без меня. Да. Угу. Куда тебя, в багажник? Юлёк, вообще моя машина была. Батя, как они выиграли? Как они выиграли нас? Они размонтили. Бэллер, ты такой просто нубло. Что? За что? Ладно, не могу, впереди машину ТП. Mommy has a reward for you. Come там был один шанс жертвоваться, но... Все, ребята. Дина пожертвовала с собой, чтобы мы выиграли. Ага, пожертвовала. Да, так все и было. Пипец поздно. Спасибо, что смогли так поздно прийти. Сори, что... Спасибо за игру. Да, спасибо за игру. Было весело. Вот такая получилась у нас пятница 13-я. Спасибо большое, что досмотрели до конца. Если еще не поставили лайк, сделайте это прямо сейчас. Пишите развернутый, глубокий комментарий и... Если можно, ребят, пожалуйста, поделитесь, нажмите кнопку «Поделиться» и отправьте кому-нибудь из друзей этот видос. Это сильно помогает продвижению в рекомендации. И приходите, конечно же, к нам на Twitch смотреть в прямом эфире. Пока-пока.